Я не хочу, чтобы моя дочь ждала второго шанса на счастье. Она должна быть счастлива с первого раза. Что вы говорите? Так ты остановишь эту свадьбу или как? Что ты тут делаешь? Поверь мне, я не хотел приходить сегодня. Но даже твоя мать думает, что нам надо поговорить. А я думаю, тебе нужно... Не выходи за него. Чак. Не выходи за него. Там меня ждут люди. Да, ждут. Но они желают тебе счастья. А ты не будешь счастлива, если сделаешь этот шаг. Скажи, что я не прав, и я уйду. Ты не можешь. Потому что у алтаря должны быть мы. Все не так просто. Все было просто, когда ты сказала, что любишь меня. А я знал, что это правда. Это так. Конечно, я люблю тебя, Чак. Я всегда тебя любила. Я люблю тебя все больше с каждым днем. Если кого-то вообще возможно так сильно любить. Тогда уйдем отсюда. Прямо сейчас. Мы можем уехать куда угодно, если будем вместе. Если есть здесь человек, который знает причину, почему эта пара не может вступить в законный брак, пусть скажет сейчас или молчит вечно.